Специально для меня что-то там приготовили. Я прям охуел. Это какой-то заводской нахуй брак. Ты не в теме, видишь? Когда нужно было в случае 24 и 28 тысяч. Говорят, два раза это случайность, а три раза это закономерность. У нас это уже третий Grand Starex, который приехал заклинившим задним мостом. Добрый день, друзья! С вами канал OMZAP, и меня зовут Дмитрий. И поговорим поподробнее о неисправности. Первый автомобиль Hyundai Grand Starex Urban, год у него был 2021, с пробегом 20 тысяч. Второй автомобиль, тоже Hyundai Grand Starex Urban, тоже 2020 года, с пробегом 26 тысяч. И данный автомобиль у нас 2018 года, и пробег у него 90 тысяч. И у всех троих заклинил дифференциал заднего моста. Попытаемся разобраться, в чем же причина данной неисправности. Если в первых двух случаях у автомобиля с полуосями было все в порядке, то вот у этого автомобиля срезало шлицы правой полуоси. Что можем посмотреть? Мы склоняемся, что присутствует заводской брак у данных дифференциалов на автомобилях с полным приводом. То есть проблема с блокировкой дифференциала, которая произвольно срабатывает, и все. И в этом положении остается. Автомобиль вперед едет, в стороны руль поворачиваешь, он не едет. Чтобы разобраться в причинах, нужно разобрать сам дифференциал. Для этого нужно, чтобы клиент оставил. И только тогда мы сможем, разобрав его, более-менее определить, в чем возникает данная неисправность, из-за чего. После того, как заклинил и человек повернул руль, у него как раз и срезало шлицы, шлицы правого привода. Из-за чего, собственно говоря, мы меняем самоблокирующийся дифференциал на новый. Предварительно отмыв, почистив и проверив подшипники на самом редукторе. Здесь все отлично, поэтому устанавливаем новый и отпускаем владельца. Будем надеяться, что владелец нам оставит этот самоблокирующий дифференциал для того, чтобы мы разобрались, в чем же причина выхода его из строя. Мы постараемся собирать статистику по данной неисправности Hyundai Grand Starex с полным приводом и разбираться в причинах поломки. Если нам клиент оставит свой самоблокирующийся дифференциал, это будет очень хорошо, это нам очень сильно поможет, да и вам тоже. Мы обязательно снимем об этом ролик. Так, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. С вами был канал OMZAP, и я Дмитрий. Пока!